Здравствуйте, меня зовут Алексей Латынцев, я являюсь основателем компании MassMining. Компания занимается добычей криптовалюты. В этом проекте может участвовать каждый, любой желающий, как просто инвестиции в свое будущее, также и активные партнеры, которые могут принять участие и зарабатывать, получать дополнительный доход. Цель компании – создать самый большой дата-центр в России. В дальнейшем мы собираемся развиваться также по всему миру. В планах компании выйти на ICO с хорошим, качественным, грамотным продуктом, который будет востребован по всему миру. Меня зовут Константин, я являюсь ведущим партнером компании MassMining. С компанией познакомился в апреле 2018 года. Компания занимается добычей криптовалюты при помощи специализированного оборудования. Я начал инвестировать в нее. И за 6 месяцев работы в компании я увеличил свои инвестиции более чем в 10 раз. Первые встречи начинались с 4 человек. Это были небольшие встречи криптоэнтузиастов. На сегодняшний день наших партнеров более 750 человек. Каждый день к нам приходят новые люди, новые партнеры, которые готовы инвестировать и инвестируют в компанию MassMining. Меня зовут Вадим, я являюсь ведущим партнером компании MassMining, я сам предприниматель из Казахстана. И в мае 2018 года мы попали на встречу криптоэнтузиастов. Мы задались вопросом изначально, как мы можем заработать на биткоин. Попав в компанию MassMining, где были ведущие бизнесмены города Набережной Челны, нам интересен был нетворкинг, именно общение с людьми, заряд этой энергии. И на сегодняшний день мы являемся ведущими партнерами компании MassMining. Помимо этого, исходя из материального плана, мы приумножили в несколько раз свои инвестиции и уже сейчас активно зарабатываем. И моей задачей является ознакомить людей с миром криптоиндустрии, с миром блокчейна и майнинга. И я приглашаю всех в команду, где пошагово всему обучим и обо всем расскажем. Инвестируй в компанию MassMining, увеличивай свои доходы, становись финансово независимым. Приглашаем именно тебя, ждем именно тебя. Вместе мы добьемся больших результатов.